Обманутых дольщиков в беде не оставит. Глава Краснодара Евгений Первашов и исполняющий обязанности прокурора города Куцук Газдаров сегодня проведут личный прием граждан. Начало в 14 часов. Говорить будут о проблемах дольщиков и соблюдении закона в сфере долевого строительства. К примеру, в случаях, когда дома сдают с нарушениями земельных и градостроительных норм, в итоге их не могут ввести в эксплуатацию. Прием состоится в здании городской прокуратуры по адресу улица Октябрьская, дом 31/2. Предварительная запись по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах.